Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. Я действительно каждый день публикую по несколько видео, и поверьте, эти видео будут вам либо интересны, либо полезны, либо информативны. В общем, подписывайтесь на канал, если хотите ничего не пропустить и видеть все, что происходит в нашей игре первыми. Итак, друзья, мое утро закончилось в 2:30 ночи на прямой трансляции, а началось с получения подарка от Варвар. Данного игрока все знают на моих прямых трансляциях как Дмитрия Мегатитана. Дмитрий Мегатитанович, привет тебе огромный, спасибо тебе большое за присланный подарок. Мы ни о чем не договаривались, поэтому что там внутри я не знаю, но догадываюсь, что он мог мне прислать. Ну что, распаковываем подарок, смотрим, что здесь. Да, да, я знал, я догадывался, что здесь будут открывашки. Ребята кидают мне подарочки с открывашками, но, блин, все никак не могу я достать оттуда этого костолома. Не дается он мне. В отличие от многих игроков, которые открыли буквально один, ну пускай два раза эти бочки, забрали себе костолома и радуются, я открыл уже более 40 бочек и не достал ничего, кроме одной восьмерки премиумной. Ну и, в принципе, на этом все. Ну что, открываем, поехали. Целых 10 бочек есть возможность открыть. Может, будет 10 голды сразу? Сразу приземляется. Очень круто. Открываем дальше. Ну, слушайте, ну нормальное начало. Нормальное начало. Может, сегодня мой день? Может, сегодня мне повезет? Но... Эх ты, блин. Слушайте, я прям адреналином захлебываюсь. В прямом и переносном смысле слова. Едем дальше, открываем следующую бочку, может повезет, может будет еще ломик из этой бочечки из какой-то, и тогда будет возможность два раза открыть гаражик и все-таки попытаться оттуда костолома забрать. Я уже слабо верю в то, что игра даст мне эту машину, ну просто потому что не выпадает она, блин, просто не идет ко мне. Скорее всего, это будет мечта и, как говорится, не судьба. Как сказал один из зрителей, если вот сейчас не достанешь, значит не судьба тебе его получить в принципе. Ну и как тогда, так и сейчас не выпадает этот танк мне. Еще 1000 золота собрано из контейнеров, собери их все по талисманам, и 500 голдишки. Открываем следующую бочку. Ну ё-моё. Да что ж такое-то, а? 5000 голды. Ну, слушайте, с золотом тут как бы вопросов нет. Выпадает мне, можно сказать, хорошо из этих бочек. Но мне же не золото сейчас надо. Мне нужен танк этот. Но он нужен мне, блин. Ну как игра может не давать коллекционеру, который помешан на уникальных по внешнему виду машинах и вообще, в принципе, на уникальных редких тачках, не давать того, что он хочет? Ну почему так получается? Почему те, кому костолом не нужен абсолютно, получают его? Химера падает! Падает химера, получаю компенсацию голдой, плюс 3 мистика и ломик. Наконец-то собрали. Ну почему же так? Почему те, кому не нужен был костолом абсолютно, и те, кто говорит, что эта машина ни о чем, получили эту тачку, а мне все не выпадает? 3000 голдой. Ну, из мистика это действительно редкость, и здесь как бы аплодируем стоя мистическому контейнеру. Я удивлен очень сильно. 3 мистиков не хватает до мистиков 2 уровня. Забираем. А что, кстати, по компенсации? 3750 или, может, не дай бог, больше? Нет, 3750 за химеру. Ну, слушайте, тоже, в принципе, неплохо, но, блин, ну... Вот еще раз хочу посмотреть ради интереса. Вот мне химеру дали, у которой шанс выпадения 0.18, гадина. 0.18. Это при том, что на костолома даже в бочке, блин, шансы практически в 5 раз больше. Ну, как так, блин? Ну, почему я... Почему я и почему не сегодня? Так, еще один. Собери их все. 500 голды. Притормаживания нет, значит танка не будет точно в этом контейнере. Забираем. Ну что, последняя бочка, ребят. Последняя бочка и переходим к железному гаражу. А здесь вообще просто так, знаете, и все. И на этом до свидания, история закончилась. Ну что... Уже даже не держу пальцы крестиком, просто открываю гараж, расстраиваюсь и иду снимать для вас следующее видео. Да! Да! Костоломушка!
Мама, можно я сегодня пойду с ним купаться, а потом буду спать с ним каждую ночь? Есть! Есть! Господи, как же долго я тебя ждал! Как я долго тебя выбивал из этих грёбаных бочек! Ах ты, господи! Ребята, друзья мои, все те, кто отправляли мне открывашки, все те, чьи открывашки не принесли мне этой машины... Димка Мега Титанович, спасибо вам большое за то, как вы круто меня поддерживали в этом событии и давали мне шанс достать эту тачку. Блин, как я о ней мечтал. Как я ее хотел с самого начала, как только узнал о том, что ее в игру будут вводить. Блин, ну это же просто чума, это уникальная машина. И один шанс был только ее получить, вот она. Вот она, гадюка ты такая. В ангаре у меня находится. Друзья, спасибо большое вам за весь этот адреналин, за бурю эмоций, за ночные трансляции, которые длятся по 6 и более часов. Благодаря вам вы действительно делаете контент этого канала. Я стараюсь специально для вас. Пошел снимать следующее видео. Увидимся на прямой трансляции вечером, на котором на Костоломе я буду играть. Ну, просто до тех пор, пока пальцы не отвалятся. Всем огромное спасибо за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. Всем пока-пока.